Прикинь, моя игра известна кинатору. Вот это да, вот это нормально. Чуба-дуба-дуба-па-па. Е-кря. Всем бобра, дорогие друзья, с вами Винди. Сегодня у нас с тобой будет Акинатор. Сегодня мы с тобой посмотрим, кто популярнее, сосед, Балди и так далее. И еще, так как это наш с тобой общий канал, я хочу тебе сообщить и спросить твое мнение о том, что сегодня будет. Сегодня в видео также появится реклама. Ты увидишь, чего реклама. И я попытался сделать довольно интересное, насколько я придумал для этого вот проекта. И мне интересно твое мнение, поэтому напиши в комментариях, что ты об этом думаешь, как лучше все это преподносить и стоит ли делать в принципе. Ну, короче, напиши, посмотрим, обсудим и вместе с тобой все решим. Поехали. Первым я хочу загадать, я думаю, соседа, потому что я почти уверен, что соседа он отгадает довольно быстро, поэтому поехали играть. Ваш персонаж существовал в реальности? Ну, сосед, ну как бы у всех есть человек-сосед, конечно, но нет, мой персонаж не существовал в реальности. Из Brawl Stars? Нет, я вообще не знаю персонажа из Brawl Stars, я вообще в этом не разбираюсь. Ваш персонаж человек? Ну, он усатый, здоровый, противный мужик, так что да. Ваш персонаж связан с аниме? Сосед такой. Сосед, насколько я знаю, не связан с аниме, разве что уже появилось аниме про соседа, что вполне возможно. Женского пола. Усатая, бородатая девочка-сосед. Конечно, нет. Из видеоигры? Да. Использует огнестрельное оружие? Ну, он берет табуретку и... Табуретка кидается настолько быстро, что это как огнестрельное оружие, но нет. Ваш персонаж плохой? А вот этого я до конца не понял, но вроде по сюжету он не совсем плохой, возможно частично, потому что он как бы антагонист. Ваш персонаж в маске? Нет, сосед не в маске, разве что его усы это маска. И я, как человек с невероятными усами, уверен, что его усы настоящие. Нет, нет, нет. Из мобильной игры? Тоже нет. И вы управляете вашим персонажем? Акинатор такой, блять, ну может ты хоть персонажем управляешь, ёбаный, ты бесполезный кусок мяса. Нет, 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 не управляю. Ваш персонаж толстый? Да, но он довольно пухлый. Ладно, я не имею права никого не называть толстым, потому что я сам хоть куда, вот, авторитетный жир. Это я. Толстый? Да, можно и так сказать. Отношение к сталкеру? Сидорович? Здорово, меченый. Сегодня я... Не загадан. Нет, не связан. Есть дети? Да, есть, это точно. Из Ведьмака? Жирный персонаж, ну да, он там есть. Нет, нет, нет. Есть автомобиль? Он такой, может, блядь, хоть автомобиль есть? Да, у него есть автомобиль, он приезжал. Ваш персонаж поощрял коллабористическое движение. Чего, блядь? А, коллаборинистый. Ну да, нет, не поощрял. Герой мультфильма? Тоже нет. Судили за преступление? Блин, ну может быть, я не знаю. Живет в будущем? Нет. Акинатор, ты не знаешь соседа? В чем твоя проблема? На руках перчатки? Да. Чашка кофе? Какая, блядь, чашка кофе? Почему у него... Откуда у него чашка кофе? Нет, насколько я знаю. Ну разве что это сосед такой... Я? Сосед? Тебе? Пизда? Нет, не сырится. Вас персонаж мебель. Ну, когда он забагал, он стоит на месте и путается. Нет, это не мебель. Вот персонаж из игры «Привет, сосед»? Да. Ну, и сейчас он догадает. Ну, так нечестно. Ты что, дурачок? Был снят фильм? Нет. Я думаю, это сосед. Молодец. Да, это сосед. Хотя это, конечно, нечестно. Потому что он спросил напрямую. Ваш персонаж из игры «Привет, сосед»? Да, это он. Сколько у него? 5210 раз. Не очень много. Посмотрим, победит ли сосед Балди. Но сначала... Кстати, советую между делом Оперу. Один из моих любимых браузеров на данный момент. Мы же с вами геймеры, а значит нам нужен топовый браузер. Но чего мы от него хотим? Во-первых, задрало, что компьютер задыхается и умирает после всего 10 вкладок. А что мне делать, который держит по 50 или 100 вкладок? Понятия не имею, нафига они мне, но, наверное, очень нужны. Opera решает эту проблему. В Opera GX есть панель GX Control. Ставишь свой процессор и оперативку на минимум и готово, твой компьютер больше не пыхтит и не задыхается. Вообще, очень удобная вещь, именно из-за нее я изначально и поставил Opera для себя. Далее. Хочешь знать, когда выходят игры? Хочешь быть таким же крутым, как я? Геймпад вот тут показывает календарь, когда выходят самые интересные штуки. А еще... Есть халявные игры, раздел «Бесплатные игры». Забирай бесплатно, никто не обидится. Но самый ништяк. Тебе не нравится стандартный дизайн? Понимаю. Ставь любые темы, картинки, цвета, что хочешь. Я вот себе поставил лучшее создание на планете. Сквидварда. А еще, если ты модный дофига, ставь Razer Chrome, и теперь браузер будет взаимодействовать с твоей клавиатурой. Все будут в афиле. Также ты можешь привязать здесь все мессенджеры и Discord, и Twitch, и так далее. Кстати, зайди на сервер Discord Opera GX, там разрабы
часто проводят всякие конкурсы и так далее. Заходи. В общем, личная просьба. Поддержите меня, скачайте по ссылочке в описании Opera GX обязательно. Этим вы очень поможете. И кто установил, в комментариях напишите хэштег «Установил Opera GX». Кстати, Opera GX действительно хорош. К примеру, именно с него я сейчас и снимаю это видео по Акинатору для тебя. Ну а теперь видос. Так, хорошо. Давай теперь отгадаем Балди и посмотрим, кто сильнее, кто популярнее. Балди или сосед? У соседа 5210 раз. Ваш персонаж девушка, но разве что лысая. Кстати, пол Балди не сказан. Он неопределенного пола. Он вполне может быть девушкой. Но лысый. Ну, с одной волосинкой. А ваш персонаж Бравл Старс? Нет, почему он всегда сразу спрашивает Бравл Старс? Бравл Старс настолько популярен сейчас? Ваш персонаж носит одежду? Не, он голый, с сосками вот так вот. Да, ваш персонаж плохой? Да, Балди плохой. С волосами? Вот это ты в точку попал. Нет, у него вот так же, как у тебя, загогулинка вот это вот на твоей шапке, так у него это волос. Всего один, прикинь, Акинатор. Да. Всегда в черном? Латексный Балди? Нет. Похож на животное? Ты животное, Балди, даже Акинатор так сказал. Нет. Работаешь в школе? Да. Совершает мелкие кражи? Балди такой. А я у вас в бумажку спиздил. Нет, не совершает мелкие кражи. Ну я не знаю, но он учитель. Учитель хороший. Учитель должен быть примером для подражания. Каким примером для подражания будет Балди, если он ворует вещи? Хотя он бьет детей по жопе линейкой. Какой он и так пример для подражания? Бывал в Японии? Я не знаю, может и бывал. Балди, ты бывал в Японии? Нет. Не бывал. В Лос-Анджелесе? Нет, не бывал. Ходит с линейкой? Да. Живет в Харькове? Блять, ну может быть. Может быть, Балди живет в Харькове, я не знаю. Был в Париже? Да я откуда знаю? Блять, я что? Откуда я знаю, где он там живет и где он был? Нет, не был, наверное. Посещал Украину? Может быть. Такие он, может быть, побачил немножечко. Ну, наверное, нет. Живет в Москве. Че ты докопался? Использует ли ваш персонаж песок? Гаара? Нет, без Японии. Он не японская школьница, Акинатор. Ты что там дудишь? Ты что дудишь? Ты что куришь что-то? В себя всосал какой-то грипп и с ума сошел? Нет. Художественная гимнастика. Балди с линейкой. Художественная гимнастика. Нет. Зеленую кофту. Да. Зачем вот эти были допросы, где он там был, где он там не был? Лен, какой Балди злой. Он такой, мяу. Да, это он. И сейчас мы с тобой узнаем, сосед или Балди. Ниху. Балди 298 тысяч раз. Сосед всего 5 тысяч раз. Ну, Балди гораздо популярнее соседа. Для меня это новость, если честно. Я думал, что они будут примерно равны. Или даже сосед победит, но нет. Ладно, следующее. Давай угадаем Жоржа из «Бумаги, пожалуйста». Потому что это Жоржа, это Жоржа, кстати. Бумажки, пожалуйста, быстро. А, нет, подожди. Это не сейчас. Тогда ладно. Персонаж женского пола? Нет. А человеческая голова? Да, у него человеческая голова. Может стать невидимым? Ну, для меня он может стать невидимым. Для всей нашей организации по пропусканию людей через границу. Для пограничников он может стать невидимым, если даст нам $10. А нет, не может стать невидимым. Бравл Старс? Да что ты, я Бравл Старс? Нет. С усами? Блин, а Жоржа с усами, я не помню, но он с бородой. Я не знаю, может быть да, может быть нет. Из реальной жизни? Нет, это точно. Носит оружие? Не, он всегда носит только лекарства для родственников. Ничего контрабандистского он не носит. Потому что в Арстоцке контрабанды не бывает. Слава Арстоцке, кстати. Черную одежду? По-моему, нет. У него она такая, типа, коричневая. Летает в воздухе. Но если бы он умел летать в воздухе, он бы пролетал мимо нашего пункта и не залетал бы к нам. Плохой? Не, он хорош. Головной убор? Жоржа, как ты вообще выглядишь? Вот как ты выглядишь. Нет, ты не носишь головной убор. Ну и это вроде не черная одежда, хотя она такая темненькая. Так что нет, это не он. Нет, не носит головной убор. Он даже волос не носит. Клуб романтики? Нет, не оттуда. Вы управляете? Нет, не управляем. Из мобильной игры? Блин, ну возможно есть и бумаги, пожалуйста, мобильная игра, но по-моему нет. Из видеоигры? Да. Тебе понадобилось уже 16 вопросов, чтобы отгадать. А, Жоржа, тебе должно быть стыдно. Нет, не сталкер, это не Сидорович. У тебя какие-то с Сидоровичем любовные отношения, что ты его везде предполагаешь? Умеет пользоваться компьютером? Блин, но он старый, но он довольно смышленный. Жоржа довольно умный, так что я думаю, что умеет, но как бы, я не знаю, понятия об этом не имею. Старик? Да. Живет в будущем? Нет, не живет. Самурай? Жоржа такой. А, либо ты пропускаешь меня, либо я убиваю тебя моим самурайским мечом.
Нет, не самурай. Это точно. Доктор тоже нет. Но хотя у него постоянно лекарства. У него один глаз. У тебя один глаз? Нет, у него глаз вообще нет. Он слепой! У него правда вообще глаз нет. Есть телевизор? Да, я... Жоржи, у тебя есть телевизор? Он не знает. Бенди и чернильная машина. Нет, не связано. Это точно. Имеет пожилого родственника. Не знаю. Как? Как ты сейчас это угадал? Как, блядь? Он не спрашивал ни одного нормального вопроса, связанного с этим, кроме того, что он старик и он из видеоигры. Как ты это предположил? Ладно, да, это он. Ну, Жоржи почти как сосед, понимаешь? Сосед почти популярен так же, как Жоржи. Жестко. Давай теперь. Многие из вас знают, наверное, не многие, но кто-то из вас знает, что у меня была своя игра, которую я не доделал, потому что Google ее, типа, запретил из-за того, что там нужно было что-то переделать, а у меня исходники потерялись. Давай отгадать, попробуем персонажа из моей игры «Мама». Я делал игру, я тратил на нее время, я надеюсь, ее, по крайней мере, знаю. Но я сомневаюсь, что ее знают, но да. Она с волосами? Да, она с волосами. Женского пола? Да, женского пола. Плохой? Точно плохой. Имеет роль бабушки? Нет, она не имеет роль бабушки, она такая... Такая ходит. Ебать, что там за звуки? Нет, не бабушка. Пиццерия? Нет, это не ФНАФ. Носит с собой оружие? Не, она руками тебя так... Носит обувь? Нет, у нее нет тапок. У нее только открытые ноги. Похож на курицу? Это Момо, да? Он про Момо думает. Нет, она не похожа на курицу. Погиб ли у вашего персонажа муж? Ну, как бы да. Но вряд ли об этом знает игра, поэтому нет. Ходит в белом? Да, ходит в белом. Дружит с Белоснежкой? Нет. Мама не дружит с Белоснежкой, нет. Есть бабушка? Этого даже я не знаю, но вряд ли есть. Из мобильной игры? Да. Рыжий? Я не помню, какой я цвет ей сделал, но, по-моему, нет. Клуб романтики? Точный. Состоит из 4 букв? Да. Умеет ли ваш персонаж? Да, по игре умеет, да, умеет. Белая одежда? Да, ты тоже спрашивал. Ваш персонаж связан с волшебством? Она волшебная красотка. Нет. Есть у вашего персонажа? Ваш персонаж ребенок? Нет, не ребенок. Ваш персонаж пытался убить собственного сына? Блин, но об этом не знают зрители, поэтому нет. Два слога. Да что ты догибался, да. Есть у вашего персонажа что-нибудь женственное? Она женщина. Жуткая улыбка, да. Нихуя себе! Вот это да! Мама! Хоррор-игра «Мама». Прикинь, моя игра известна кинотеатру. Вот это да, вот это нормально. 4000 раз! Почти как сосед. Вы шо, ребят, вы шо? Вам что, понравилась игра? Я, кстати, видел, как в эту игру играл какой-то пиздюк, который не знает меня. Я ехал в автобусе, смотрю, а там какой-то пиздюк играет в маму. Может быть, ее продолжить? Может быть, ее таки сделать? Я не знаю. Но я что-то посмотрел просто, и народу... По статистике в Гугле она народу зашла, но Google ее никуда не продвигал, ничего не делал. Я подумал, ну ладно. Наверное, я попробовал, я сделал. Мне было больше интересно попробовать, а не сделать что-то адекватное, потому что там много багов было. Для меня именно важно было что-то сделать и посмотреть, что это будет. Интересно, интересно. Вот это да, ребят, прикинь. И давай быстренько отгадаем твоего деда. Твой дед конкретно, ну или мой дед, наш дед, наш дед, наш дед, мой дед, твой дед, мой дед, твой дед, твой дед, мой дед, понимаешь, твой дед, мой дед, поэтому мой дед это твой дед, поэтому да, нет, не Brawl Stars, есть волосы, у деда есть волосы, у твоего деда есть волосы, наверное, да, но я не знаю, наверное, да, у него есть, есть, мужчина, да, это он, носит оружие, дед твой носит оружие, ну разве что если участвовал там в каком-нибудь событии, нет, не носит, я думаю, с усами, дед с усами, дед с усами. У деда есть усы. Ваш персонаж джин? Нет, дед не джин. Дед крутой мужик, пиздатый мужик. Какой дед? Снимает ли ваш персонаж видео про мистику? Мой дед не блогер. Он не такой отвратительный человек, как эти вот все ваши блогеры. У вашего персонажа были дети? Ну раз мы с тобой рождены, то значит были дети. Потому что как бы папа, мама, ну ты понял. А чашкой кофе ассоциируется? Мой дед ассоциируется с бутылкой, бодяры. Нет, на самом деле не ассоциируется, но нет, не ассоциируется. Ваш персонаж мебель? Ты, блядь, как что ты, блядь, про моего деда говоришь, ты, сука? Ты, понимаешь, моего деда попытался каким-то расследовать, я тебя сейчас убью, мрой. Наш дед, отличный. А был снят фильм? По моему деду можно было бы снять фильм, но нет. Привет, сосед? Нет. Unravel? Нет. Из реальной жизни? Да. Знает вас? Да. Животное. Как, блядь, моего деда называешь? Что мебель? То животное? Тебе, я не понимаю, твой нос сломай. Я такой злой вообще. А чё он моего деда оскорбляет? И твоего деда, а? Чё он нашего деда оскорбляет? Нет, не животное. Старик? Да.
умирал, блять. Ну иди ты нахуй вообще, я не знаю, что там у тебя с дедом. А может быть это наш имеет отношение к каналу ТНТ? Нет, к пони. Мой дед не имеет отношения к пони. Ваш персонаж живет с обоими своими родителями? Да, наверное. В заложниках у демона Валак. Дед прожил очень интересную жизнь, поэтому может быть, но я не думаю. Отличник? Я не знаю, не рассказывал. Нет, не руководит. Живет на берегу Байкала? Нет. Молодец, молодец, Экинатор. Мой дед популярнее, чем Бауди. Сосать бы Бауди. Ладно, пока на этом все. Я надеюсь, тебе понравилось. Подписывайся на канал, оставляй свой комментарий. Это было весело. Я соскучился по тебе, Экинатор. Я по тебе соскучился. Ладно, не забывай скачивать оперу. И пока на этом все. Всем пока, до скорого. Удачи.